День 18. Сегодня 12 апреля. Да, кстати, с праздником. О май гад, мы прошли 1-2 милю, я думала, я уже сдохну. Но она была очень крутая, как и вчера. Андрей сказал, что на сегодня самую тяжелую часть мы прошли. Туман. Прекрасный должен был быть вид. Но имеем то, что имеем. Угу. Ну так ты френч там этот ванила взял. Остановились сейчас, перекусим и пойдем дальше. Ночью был дождь, но непродолжительный. Вещи, тем не менее, и палатка мокрые. И должен в течение дня еще пойти дождь. Так выглядит наш завтрак обычный. Как это называется? Вот это питье, которое... И батончик энергетический с шоколадом и соленой карамелью. 250 калорий в одном. У подножия столько много цветочков. Так, фокусируйся. И листья появляются на деревьях понемногу. Так, но здесь нету. Где-то ниже должно быть. Мы подходим к парковке. И там вроде Magic Trail. Впервые за 10 дней. О май гад. Да, походу, люди стоят, я вижу. The Smokies. We were set up on Watertown one day, and there was a couple from Brazil. Mm-hmm. Now, I don't know how much you know about world geography, but above the Amazon is Brazilians. Mm-hmm. Below the Amazon, mm-hmm. two-thirds Japanese. Oh, really? Если кто-то думает, что хайкать 6 месяцев это так романтично. Ребята, я вас разочарую. Ни хрена. Мне кажется, даже 50% еще всех дней не было в кайф или хорошо. Ноги просто в хлам мокрые и грязные. По колено все мокрые. Руки все красные от холода, мокрые. Маленько дождь только перестал сильно идти. Сейчас капает. Еще и в горку поднимаемся, отлично. И очки у меня запотели. И если в прошлый раз мы шли в отель, то в этот раз... Я не знаю, как мы будем сушиться, как мы будем спать во влажном, мокром, сыром, холодном. Вот такая вот правда хайкинга и Апалачинской тропы. Наш сегодняшний ужин. Сыр, колбаса и пюрешечек. Остановились в шелтере. Перекусить. И еще 3 мили. Сегодня планируем дойти до кемпсайда. All right. Enjoy. Yeah, you too. Have a good night. Еще 3 последние мили. Солнце выглянуло, стало тепло,
И почти что сухо. Уже почти сухие. Несмотря на то, что 3 часа назад были полностью мокрые. Сегодня припарковались вот в таком месте только мы и еще один мужчина, он в той палатке. Он там с нами жил в прошлой ночи тоже. Да? Mm-hmm. Это он был? Mm-hmm. Я почему-то думала, что старше гораздо, мне показался в прошлый раз. А я еще хотела сказать, что смотрю, что обратила внимание, что у того мужчины, типа, была такая же палатка, бренд, как у нас, и у этого. Слушай, насколько возможно, наши вещи, дождевики, обувь прекрасная, грязная, вообще капец. На ужин у нас тоже самое, что и на обед почти, только... На гарнир рис, правильно? Там рис с курицей и брокколи. Тоже наши куртки. Там у Андрея рюкзак. Какого хрена сегодня шел дождь? Вот эти вот там час вообще лишний был. Зато потом солнце выглянуло, как ни в чем не бывало. Зато сейчас все влажное и земля. И вещи. Рис. Summer sausage. Я не знаю, чем она отличается от обычной колбасы. Но Андрею она вообще абсолютно не нравится. Несмотря на то, что я перестала есть мясо последние 3 года, но здесь, на хайкинге, я ем все абсолютно. И сегодня даже, когда мужчина, который Angel Trail, там давал бутерброды, и там была какая-то сосиска с каким-то мясом непонятным. Я съела абсолютно все. Мне было пофигу. Я была голодная. Уставшая, холодная, мокрая.